Привет, друзья! В то время как некоторые товарищи уже едут в город Ленинград, чтобы работать на чемпионате национальных европейских сборных, то мы находимся на этой лестнице не случайно. Мы, имеющие аккредитацию на турнир, не признаем это событие, потому что в последнее время оно стало слишком политически зависимым. И некоторые акции, такое ощущение, идут с дозволения УЕФА. Поэтому это евро мы хотим провести рядом с людьми в России. Заехать на родину к Черчесову, поговорить с теми ребятами, куда не пускают российскую премьер-лигу и где ее вряд ли можно будет увидеть, потому что все бабки текут в другие регионы. А пока наше мнение о ситуации с той же сборной Украины и ее формой, а также с Нобелем, которому УЕФА не давала аккредитацию. Тебе есть что сказать? Полностью поддерживаю УЕФА. Вы уже охамели в край. А хамство там, куда мы едем, не в почете, друзья. Но пока небольшая перебивка. Завтра уже будут первые челленджи видосы из аэропорта. А я домой. Ну вот я уже дома, скоро самолет. И хочу сказать, что нашу с Райзеном поездку помогает организовать Бэтбум. Лучший букмекер по версии премии «Спорт и Россия». Абсолютно легальный, замечу. Так что проходите по ссылке в закрепленном комментарии. Регистрируйтесь всего за 15 секунд. Вводите промокод Егоров и получайте до 2000 фрибетов. А дальше масса бонусов. Самый яркий из них звучит так. Если во время Евро-2020 команда, на которую вы поставили, будет вести с разницей в два мяча, то ставка автоматически засчитается как выигрышная. Но это еще не все. Вашему вниманию тысяча вариантов для ставок в мобильном приложении и на сайте. Есть и кэшбэк до 10% каждую неделю, и специальные ежедневные экспрессы с повышенным коэффициентом, а также возможность корректировать ставку уже после заключения пари, ну и многое-многое другое. Убедитесь сами. Ну а мы с Райзеном возвращаемся к темам. Во-первых, Нобелю все-таки выдали аккредитацию спустя несколько дней препирательств. Ну а сборные Украины все-таки разрешили оставить карту на своей форме. Разберем. Давай. Я знаешь, почему не вижу вот во всем этом никакого смысла? Я понимаю, когда там, куда-то, может быть, ракета упала, или танк заехал, или самолет пролетел, это имеет какой-то вес. Но когда вы делаете вот эти мелкие уколы в сторону друг друга, они же ничего толком не меняют. Понимаешь? Не меняют. То есть, что бы съездил Нобель Рустамян, что нет. Вы создаете да, просто прецедент, который будет обсуждаться и в негативном свете. Вот это мне не нравится. Я не вижу смысла разводить лишний негатив, как бы смешно это от меня не звучало. Тем более для целых стран или федераций, как это сейчас. То бишь, когда дело заходит уже о серьезной политике, там санкции, вот мы вам не дадим перекредитовываться, у вас рубль упадет. Я понимаю, здесь конкретно тяжелая артиллерия. А когда вы... Нет, друзья, извините, вот вы полетите не через Нью-Йорк, а вам надо будет через Барбадос, там потом немного на лодке, может быть, потом где-нибудь на каком-нибудь судне вы доплывете. Это уже другой разговор. То есть это какие-то, знаешь, мелкие такие вообще невесомые дела, которые создают такой большой резонанс. И еще больше вот это вот хейта в обществе. Это странно. Так меня в этом именно и смущает. Флаг нарисовали на форуме сборной Украины. Вы можете считать территорию Крыма своей территорией, тем более это поддерживается международным правом. Ну, это поддерживается, да, действительно, все страны, которые участвуют в евро, да, они не признали Крым российским. Но вы размещаете там политические военные лозунги «Слава Украине! Герой ислам!». Конечно, вы можете говорить, что это все исторически, это все исторически, это... И размещаете там карту. Карту вы размещаете зачем? Для того, чтобы действительно это подняло боевой дух футболистов. или для того чтобы президент федерации футбола сказал сделал акцент как раз на том что мы делим и специально вешаем этот кусок крыма чтобы президент зеленский тоже специально когда президент зеленский фотографировался со сбу, формой сборной страны хоть одного президента покажите который фотографировался со, с, с формой сборной страны и делал как раз именно акцент не на футболе а делал акцент на то что а у нас там вот, вот, у нас там неделимая территория севастополь донбасс все вы это делаете для того, чтобы использовать футбол, для того, чтобы подгорели задницы так, у кого-то там рупор, в да. государственной думе России, а потом еще сказать, что это они, а вы прекрасно знаете, что у них подгорит. И для того, чтобы Sky Sports, BBC, все иностранные агентства тоже написали, типа вот вы это используете как мелкий, как как инфоповод, чтобы в очередной раз напомнить о себе, используя футбол, и чтобы болельщики, в том числе футбола, из России и Украины, которые не принимают решения в данной ситуации никакого по Крыму, которые просто, что в России, что в Украине, хотят хорошо жить, потому что жизнь-то их лучшую сторону не меняется от того, присутствует ли на форуме сборной Украины карта. Ну, ты знаешь, мне кажется, на самом деле это некоторым людям на пользу пошло, потому что по-любому есть некоторые, кто ждут какой-то вот такой вот националистический инфоповод, понимаешь, который можно будет в интернете опять обсудить. В комментариях зайти поговниться. Для них это само то. Вот для таких ребят подобные мероприятия совершаются. То есть, на мой взгляд, как? Вот вообще этот патриотизм, который людям специально, специально внушается, свидетельствует только о том, что происходит ну, кризис власти. В том числе, я считаю, в России тоже присутствует, под, под, присутствуют подобные вещи. На мой взгляд, тут все логично. То есть ожидать какой-то, даже если это не назвать провокацией, но издевкой? Так смысл этой издевки, если есть принцип футбол вне политики? Да какой принцип, но о чем ты сейчас говоришь? Ты сейчас говоришь... Я живу а в смешной... идеальном мире. В моем... нет, если ты в идеальном мире живешь, то можно сейчас пойти в магазин и просто сказать, пожалуйста, можно мне сникерс, потому что у меня сегодня нет денег. Но я очень сильно хочу кушать. Нет у этого идеального мира. Это все неправда. Так это не работает. Мы же прекрасно это все понимаем. Мы даже сейчас обсуждаем тему, по фу, ну, по факту, ответ, точнее, задаемся вопросом, ответ на который мы прекрасно знаем. И причину мы всему знаем. И почему, и для кого это делается, мы тоже знаем. А, еще меня позабавило, когда вот этот форум сборной Украины, кто первый написал, что это, типа, самая крутая форма? Кто? Посольство США в Украине. Типа, это лучше. Фор... Что, чуваки, вам реально интересно? Какая форма на чемпионате Европы по сокеру? мы Опять же, мы здесь не обсуждаем политику: кто хороший, кто плохой, кто. Э, а почему у мы нас... не обсуждаем? Ну типа, как? Мы сейчас сказали то, что по факту завулировано, но сказали: Нет, мы не, не... уефа у Ефа пропагандируют антироссийскую повестку в открытой форме. Это так и есть. Ну да. Это странная тема. То есть, на мой взгляд, вообще должно быть как э, все вот эти моменты, которые с изображением национальных флагов. Не, ну флаги-то можно. Но вот, флаги, чтобы не, это было вот все равно регламентировано, да. потому что вы можете вот реально какой-то Под... спорный момент добавить в ну, форму, и это уже типа вызовет между... Представь, представь там Израиль-Палестина, там же какие-нибудь да. спорные территории. Сделает сборная Палестина условно, Форму с какой-нибудь израильской территории, потому что они считают, что это их территория. Ну, например, Ну, конечно. что начнется? Начнется срач где-то в верхах, а потом они начнут ракетами друг друга пулять. Ну, может же такое быть? Ну, по факту, что конечно такой можно. глобальный срач из-за этого начнется: типа, ах, они так, ах, они так, президенты обменялись фразами и все, и начались. Это слава богу, у нас э, в данный момент э, все тихо. Но вот это изображение карты на форме, в каких-то ситуациях может реально вызвать в том числе и военный конфликт. И почему УЕФА это разрешает? По факту они могут рисовать, что хотят. Тут же вопрос в том, что зачем вы просто добавляете еще негатива? Да. Вы же подогреваете. И это по-другому нельзя трактовать. Все прекрасно понимают, что это будет значить. Ну да, возможно, у какой-то группы людей это национальный дух там поднимет. И они скажут, вот действительно классно, мы видим там контуры нашей державы. И это сим, ну, символично для нас, и патриотический дух там наш воспрямит. Но ну, это одно дело. А когда а начинается другое... хождение к... с этими фотографиями от президента до американского посольства, когда они все выкладывают, мы понимаем, что это именно политическое высказывание, а не форма, которая должна объединить нацию. Да нет. При том, что если бы это еще имело какой-то реальный смысл в геополитике, а так просто поссорить в очередной раз футбольных фанатов и сделать из матча России-Украины, если они все-таки сыграют полную... И так была бы какая-то паника, а так будет полная задница. Ну из-за этого еще люди могут пострадать. Ты же понимаешь, что где-нибудь в фан-секторе на рандомной территории... Возьмем там отдыхающих в Ницце фанатов, которые в каком-нибудь э, заведении будут смотреть матч. И они окажутся один из Украины, другой из России. И у них на этой почве конфликт возникнет. А мы знаем, как люди с менталитетом да, подобно могут их решать. И к чему это может привести? Ну да, этому здесь, я думаю, что не очень работает э, обоснование, что вот не нужно было проводить референдум. Ну, кто-то скажет, не нужно было переписывать Крым, кто-то еще скажет, что не нужно было забирать Крым еще а, во время революции. Кто-то скажет, не нужно было Крым подожди. в 19 веке. Подожди. Дима, давай мы сейчас остановимся на том, что мы сейчас обсуждали спорт все все и это полное дерьмо, что получается создана повестка которая заставила нас сейчас обсуждать уже исключительно политику поэтому главный минус произошедшего в том что, что мы обсуждаем мы сейчас сидят политику. мы обсуждаем именно политику она через евро и это этому виноваты в этом виноваты вы у ефа и вы фифа тоже мы знаем что вы миллионеры я знаю где ваши бабки у всех лежат и в Швейцарии, блядь, где бы ваш этот банк не находился, я до него доберусь, я вам точно говорю. Вы всю жизнь не будете в этих деньгах купаться. На чистую воду вас выведут. И вы специально вот этими скандалами пытаетесь замылить людям глаза. Пока там, блядь, свои миллиарды по этим счетам, блин, перебрасывайте туда-сюда, налево-направо. Мы вас раскусили. Мы вас раскусили э, и, скорее всего, уже совсем скоро выезжаем в наше небольшое путешествие, которое начнется ближе к югу России. Ну ладно, друзья, все, я выхожу, мне уже пора ехать. Хочу лишь только сказать, надеюсь, что сегодня была последняя запись о политике, и больше таких ситуаций у нас не будет, ведь мы едем на антиевро с Райзеном, а не на обсуждение всей этой политической повестки. Будем играть в футбол в разных местах, будем разговаривать с людьми. В общем, до встречи. Ну и выполнять челленджи, конечно, на наказание. Пока.